О. Я не смотрел, кстати. Гоу глянем. Зачем пишут на клипах 12+? Это типа надо сейчас так? Чат, кто знает? Да блядь, как чат подвинуть? Я календарь переверну. Никто не знает, да? Зачем возраст ставить плюс? Типа, блядь, если мне 11, то хрен я его могу посмотреть? Несправедливо. Расскажи, что... А, это 12 плюс сантиметров. Типа, могут смотреть чуваки, только у кого 12 плюс. Я все понял. Пустила счастлив сам. Давно не вспоминал наши даты. А чё тогда боишься мне смотреть в глаза? Знаешь, что увижу там правду. Я ж могу любить другого, например. Но бессонница тебя покажет в главной роли. Прошлое, как роскошь, и её себе. Песню я слышал, мне Клава её ставила, демку. Алые закаты не за нас. Гулять по Пари... Это реклама, как вы думаете? Гулять... Это реклама кокосового молока? Вау! Блин, ну это high-level shit, не? Реклама кокосового молока, это хорошо. Кокосовое... Уважаемое кокосовое молоко. Любое кокосовое... По Парижу и Эмиратам. Не со мной. В квартире мечты разделять по... Блять, хотите, я вам докажу, что я люблю кокос? Не со мной. Мы сами с тобой в этом виноваты. Я снова в твоем сне. Я переночую снова в твоем сне. Я переночую снова в твоем сне. А вот этого не было, по-моему. Этой части не было в демке. Все еще хочу назвать тебя родной, но лучше нам совсем не общаться. Ты же знаешь, если я останусь с тобой, то только чтобы снова расстаться. Просто так холоднее, чем самый снежный день января. Друг другу нас тянет жестко, но это тянут вниз якоря. Может взять тебя в руки, дай мне свою, чтобы все вспомнить, как мы в одном океане и наш корабль. Тебе провожать алые закаты. Не со мной. Гулять по Парижу и Эмиратам. Не со мной. В квартире мечты разделять квадраты. Не со мной. Мы сами с тобой в этом виноваты. Какое счастье! Какой тебе выпал шанс? Выпал шанс! Какое счастье! Какой тебе выпал шанс? Я не могу согласиться. Думаешь, что предаешь его? Нет. Она предает его? Ты предаешь себя. Ты вот. Предаешь свою мечту. Пошел он нахуй. Прошу тебя, сделай этот шаг. Но не со мной тебе провожать алые... Оу! Оу! Это значит, что там был чувак до этого, с которым она была в любви. Ответь на прошлый донат. Плиз, бро. Но тот чувак слишком простой, у него нет лаве, типа, да? И у него нету возможности дать ей буст в ее карьере. И тут бабушка к ней подходит и говорит: «Малая, да похеру на него, думай о себе».
И она ушла к другому чуваку. И он ее продвинул в большой балет. Закаты мне со мной, гуляй по мне, ждай по опаду. Типа мечта важнее? Хорошо, ладно. Есть люди в чате, которые поняли этот клип, как я. Плюс в чат срочно. Мне нужно увидеть. Блять, я не один такой. Ну, значит, в этом и есть смысл. Читаем комментарии. Слова бабушки прям в точку? Из-за ревности? Кто ушел из ревности? Ладно. Ставим это на раздумье.